Почему? И почему я узнаю это от слуг? Во-первых, сдержите тон. А во-вторых, я не намерена обсуждать ни с кем свои решения. Тем более о них докладывать. Я сдерживаю тон всю жизнь. И больше не намерен. Я требую ответа. Почему я не могу поклониться могиле отца? Почему я не могу отдать сыновьи почести? Почему? Стоять! Стоять!